В Ярославле будут вызывать дух Ленина с помощью учебника квантовой механики. Мы попробовали вызвать дух Ленина в Москве, и у нас реально не получилось. Но надо двигаться дальше. Команда экстрасенсов-физиков вычислила новое место и время, где, вероятнее всего, находится душа вождя. Будем вызывать. Начало строго в 19:14. Встреча всех в Ярославле на Красной площади у памятника Ленину. Приезжайте со всей России. Сложно сказать, что из этого получится, но при себе надо иметь 52 рубля. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной записи. Говорится в объявлении организаторов театра имени Алехандро Валенсио. На акции в Москве, которая произошла осенью 2018 года, полиция оштрафовала актеров за прилюдное обнажение. Тоже в